22 сентября 2023 года в Каспийске состоялось торжественное открытие штаб-квартиры местного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». По инициативе главы города Бориса Гонцова было выделено отдельное помещение, реализовано оснащение для работы, а также техническое оборудование. На сегодняшний день участниками движения являются более 10 тысяч каспийчан. 959 – это наставники, взрослые люди. Но в объединение входят, безусловно, дети, молодежь, вожатые, педагоги и, конечно же, родители. Очень важна помощь родителей и участие родителей вместе с детьми во всех массовых мероприятиях. Итак, у нас в городе 26 организаций, которые работают по направлению движения первых. Движение первых работает по 12 направлениям – образование, знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия. По словам Ольги Алексеевны, участники принимают активное участие в различных мероприятиях городского, регионального и федерального масштабах. Проектов и акций было очень много. Например, День единых действий движения первых. Это все праздники нашей России, российские праздники, отмечаются обязательно этими детьми. Главным событием этого года стало, конечно же, первый муниципальный форум движения первых, где мы собрали 250 участников из всех общественных организаций. Даже 25 участников приехала из Карабудахтинского района поучаствовать в нашем форуме. В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» мы в торжественной обстановке с освещением обязательно в СМИ где-то примерно 300 ребят наградили паспортами с обложками движения первых. Также в республике проходил конкурс «Лучший в движении», в котором ученица Каспийской школы номер 1 Мадина Гамзатова заняла почетное первое место в номинации «Лучший участник движения первых 2023 года». Девочка стала делегатом второго съезда российского движения детей и молодежи в Москве. Буквально недавно она вернулась опять из Москвы, была на университетских встречах для 10-11 классов ребят, специально организовывая движение первых, знакомство с высшими учебными заведениями России. Вот Мадиночке повезло побывать в Москве. За такой короткий период со дня открытия организации она завоевала немало наград, одна из которых – это второе место в номинации «Лучшее местное отделение 2023 года» Республиканской премии «Лучшие в движении». Помимо этого, сотрудники администрации города поддержали прекрасную акцию первых «Елка желаний». Участники акции помогли детям из малоимущих семей осуществить мечту и подарить им праздничное настроение. Дарили им подарки, которые они писали на открыточках, что они хотят получить. Вообще прекрасная акция. Ежемесячно самые активные участники движения первых направлялись бесплатно на международную выставку России на ВДНХ. Ольга Алексеевна отметила и проект «Родные и любимые», в котором приняли участие семьи Каспийска. Это тематические акции, мероприятия и многое другое. Помимо этого, участники движения изготавливают окопные свечи для зоны СВО. Напомним, что движение первых – это общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, дающее возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом. Друзья мои, каспийчане, взрослые и дети, молодежь, принимайте участие в работе движения первых, регистрируйтесь, и вы будете в активной жизненной позиции. Мы вас ждем!